Трубка от компании Marlin. Marlin Ultra. Вот такая трубочка для любителей активного отдыха на воде. Трубка имеет волноотбойник и нижний клапан. Волноотбойник — это такая пластиковая защита. Сейчас я вам постараюсь показать, как она выглядит изнутри. То есть это вот такой вот пластиковый лабиринтик от попадания воды. Сама же трубка наша. Для того, чтобы максимально уберечь трубку от попадания воды, был предусмотрен нижний поддув, скажем так, чтобы можно было с легкостью дышать. И верхние вот такие вот ребрышки, для того, чтобы уменьшить попадание туда воды. Сама же трубка у нас идет из жесткого пластика. На трубке имеется крепление для маски, для ремешка маски. Вот такое вот незадачливое крепление. Все очень просто. Отгибаем, подсовываем сюда ремешок маски. И все, здесь надежный крючок, который будет хорошо удерживать ремешок на этой трубке. В верхней части также имеется стопор, для того, чтобы крепление не выходило у нас дальше и не выскакивало. Черная изогнутая анатомично гофра, которая позволяет расслабить наши челюсти для удержания самой трубки, для удержания загубника. Загубник изготовлен из черного матового силикона, гипоаллергенного, который не вызывает раздражений на ваших деснах. Вот такой вот удобный загубничек. В свою очередь он крепится на клапан. Это нижний такой лепестковый клапан, изготовленный из силикона. Он необходим для того, что если жидкость, вода попала вам в трубку, то без проблем можно ее оттуда удалить с помощью не сильного выдоха. Этот лепесток сработает на вывод жидкости и перекроется от давления воды. При вдохе он будет втягиваться вовнутрь, что предотвратит попадание воды в трубку. При выдохе, соответственно, может отрабатывать для того, чтобы вывести жидкость. Установлена вот такая вот пластиковая защита, для того, чтобы лишний раз вы не дергали этот клапан. Вот такая вот ультра трубочка, которую можно приобрести на нашем официальном сайте, также у наших партнеров, адреса которых вы найдете на нашем сайте.